полиция! Это уникальные кадры. Спецназ полиции, вооружившись кувалдой, пытается вскрыть бронированный инкассаторский автомобиль. Объясняется все просто. За рулем не сотрудник охранной фирмы, а торговец наркотиками. На требование выйти из машины драгдилер не реагировал. Он закрылся внутри и попытался избавиться от товара. Но куда спрятать смертельно опасные смеси, придумать так и не смог. Я тебя не заставили! Пойдем. Кто тебя заставил? Молодой человек пытается убедить оперативников, что торговать наркотиками его заставили под страхом смерти. Но кто именно угрожал ему, почему-то не помнит. Адвоката мне давайте переговорить, так и будет. Инкассаторский автомобиль наркоторговцы купили у обанкротившегося предпринимателя. Таким образом, они решили убить сразу двух зайцев. Защитить себя и товар от собственных клиентов, а заодно сбить с толку полицию. Двойное стекло бронированное, да? Через крошечное окошко в машину передавали деньги. Из него же клиенты получали так называемую соль. Крайне опасный синтетический наркотик, вызывающий мгновенное привыкание и быстро превращающий наркоманов в пациента психиатрической клиники. Задняя стенка автомобиля тоже усилена металлом 5 мм. Стекла двойные. Оперативники не сомневаются, наркоторговец всего лишь дилер. Настоящие владельцы машины и организаторы преступного бизнеса пока на свободе. Впрочем, скорее всего, уже в ближайшее время задержанный молодой человек выдаст своих нанимателей, ведь от его разговорчивости будет сильно зависеть срок, который он проведет в тюрьме. Рустам Безянов, Андрей Караманов, «Экстренный вызов».